Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Надир здесь. И на этом видео мы будем продолжать и изучать индонезийский язык для начинающих. Окей? Мы будем продолжать то, что мы уже изучали вместе. И я хотел бы сказать здесь, если вы хотите найти меня, вы можете добавить или связаться со мной на этот аккаунт в Инстаграме или на этот аккаунт на Фейсбуке. Извините, если я не свободно говорю по-русски, потому что я только... Ну да, на самом деле я уже давно изучал русский язык. Ну, я признаю, что русский язык очень сложный, поэтому до сих пор пока не свободно говорю по-русски. Давайте, я здесь постараюсь объяснить индонезийский язык с русскими языками, на русском языке. О, извините. Давайте продолжаем. Вот. На этом видео мы хотим объяснить, как сказать «это твоя книга». Вот. «Это твоя книга». Как будет на индонезийском языке? Это, если мы хотим сказать «это твоя книга» на индонезийском языке, мы говорим «ini bukumu». «Ini bukumu». Интонация, конечно, это зависит от ситуации или кто говорит, кто сказал, да, кто говорит. Это твоя книга. Мы говорим «ini bukumu». На месте му мы тоже можем этот как говорим «ini buku kamu». «Ini buku kamu». «Кому» это как ты по-русски. Да. Ini buku kamu. Ini buku kamu. Это твоя книга. Или ini bukumu. Вот так. Ну, мы сокращаем, мы говорим здесь ini bukumu, потому что мы сокращаем. Ini bukumu. Вот так. Это понятно тоже. Это ваша книга. Это ваша книга. Мы говорим ini buku anda. Anda. Это как вы. Да, вы, Анда, это вы на русском языке. Как я сказал, что у нас не меняется, этот глагол не меняется, а потом местоимение тоже не меняется. Многие вещи тоже у нас не меняются. Ну, потому что у нас нет то, что кого чего, кому чего. Если вы учили одно слово или глагол, и тогда хватит, достаточно. Не надо думать, как меняется это первое лицо, или второе, или третье. Это не важно. Анда. Ini bukumu. Это твоя книга. Ini buku anda. Это ваша книга. Вот так. Ya, господин. Господин, мы говорим бапа. 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 Не бапак, но бапа. Господин, это ваша книга. Мы говорим прямо так. Ini buku bapak. Ini buku bapak. В смысле, господин, это ваша книга. Бапа, это как если мы обращаемся или говорим с разговариваем с каким-то уважением человеком. Вот так. Ini buku bapak. Или госпожа, это ваша книга. Ini buku ibu. Ini buku ibu, so вопрос ним знаком. Бапа это как отец, на самом деле значение бапа это отец, и ибу это мама. Но мы используем здесь как господин, тоже можно. Бапа-бапа, ибу-иду, бапа-бапа, ибу-ибу, это означает господин и госпожа. Вот, ladies and gentlemen, по-английски так. Давайте повторяем. Ini bukumu, ini bukumu, ini buku anda. Anda это к уважаемому человеку, когда мы разговариваем с уважаемым человеком. Ini buku bapak, ini buku bapak, ini buku ibu. Понятно, да? Дальше. Если да, да это моя книга, тогда мы говорим я. Я это да. Я, ini buku saya. Вот, посмотрите сюда. Сая. Сая, кто сая, кого
saya kavu. Видите, kavu чего, да? Kavu чего? Это родительный падеж. Буку сая. Не меняется здесь. Да, это моя книга. Я, ini buku saya. Buku saya. Buku saya. Buku saya это книга моя. Вот так. Я, ini buku saya. Bukan, bukan здесь означает нет. Bukan. Bukan, ini bukan buku saya. Нет, это не моя книга. Нет тоже имеет значение, like, no, no, на русском, на индонезийском языке. No, no, no тоже, да? No, это имеет значение. Нет тоже имеет многие значения тоже. Вот, если да, тогда я, ini buku saya. Если нет, если нет, тогда «букан», ini «букан», «буку сая». О, «букан» — это когда мы отличаем или отвергаем, отвергаем существительный. Правильно говорю, да? Отличать, опровергать, или как по-русски? «Букан» — это когда мы отличаем или отвергаем существительный. Да? «Я», ini «буку сая». Да, это моя книга. Bukan, ini bukan buku saya. Нет, это не моя книга. Ini buku Anda? Oh, bukan, ini bukan buku saya. Ini buku Anda? Ya, ini buku saya. Вот так, дальше. Ну, здесь, когда мы хотим сказать, чья это книга, у вас есть это разные виды, да? Есть чья, есть че, чё, да? Чья это книга или чей это дом? Чё это радио? Who's this? По-английски вот так. У нас нету таких слов у нас нету. У нас прямо. Если мы хотим спросить о чья это книга, мы прямо говорим так. Буку сиапа ини. Сиапа это как кто на самом деле. Ну если чья это книга, буку сиапа ини. Чья это дом? Че это дом? Буку румах сиапа ини? Вот дом это румах. Книга это буку. Вот если сиапа ини? Вот сиапа ини? Кто это? Сиапа ини? Но если мы добавим здесь одно слово, буку сиапа ини, тогда значение уже другое. Значение уже как чья это книга? Чья это книга? Если здесь че это дом? Румах сиапа ини? Чё этот радио? Радио сиапа ини? Если машина, например, машина. Чья это машина? Тогда мы говорим, машина это на индонезийском языке мобил. Мобил. Тогда мы прямо говорим, мобил сиапа ини? Чья это машина? Например, компьютер. Компьютер, компьютер. Компьютер сиапа ини? Бапа сиапа ини? Вот так. Да? Понятно? Чья это книга? Буку сиапа ини. Вот сиапа ини это как ключ, ключевое слово. Буку сиапа ини. Румах сиапа ини. Че это дом. Мы просто этот слов мы выучим. Румах это дом, да? А остальные сиапа ини. Румах сиапа ини. Че это дом. Че это радио. Радио сиапа ини. Вот так. Очень просто. Дальше. Ini buku saya. Это моя книга. Ini rumah dia. Это ее дом. Или его дом. Вот. У вас есть разница. Есть ее и его. У нас нету. Если третье лицо, да, например, как он, она, оно. Это dia. Да. Это мы не как английский язык или не как русский язык, у которого у вас есть она, оно или she, he на русском, на английском языке. У нас просто dia. Dia это имеет значение и он, и она, и ее, и его. Вот, ini rumah dia, это ее дом, можно говорить. Ini rumah dia, это его дом, можно говорить так. Dia имеет значение и ее, и его. До этого, вот, буку сиапа ini? Буку, посмотрите сюда, буку сиапа ini? Ini buku saya. Ayo, rumah siapa ini? Rumah siapa ini? Ini rumah dia. Это dia дом. Radio siapa ini? Radio siapa ini? Ini radio Anton. Вот так.
просто. Вот, дорогие друзья, мы сегодня заканчиваем урок. Если какие-то вопросы, я надеюсь, если, чтобы вы понимаете, понимать то, что я объяснил здесь. Если какие-то вопросы, я постараюсь отвечать здесь, на этот канал, или напишу через ящик. Спасибо большое, до встречи.